Каждый человек выбирает свои правила жизни. Мне так комфортно в данной ситуации. Еще год назад я даже представить не могла, что я буду жить именно так. Может быть, через 2 года что-то изменится, может быть, завтра что-то изменится. Невозможно себе что-то планировать, и, как я уже говорила, свыше все решают за нас.